650. Перевод, да, сделаем? Что-что? Перевод сделаю на карту. У меня нет карт. А, нет, она наличка. Не проблема. Добрый день. А подскажите, пожалуйста, по правилам сервиса пассажир может садиться в машину с пистолетом? Нет. Не может? Нет. А если возникают при этом проблемы с оплатой, вообще поднимать этот разговор с пассажиром стоит или нет? Да вообще он должен предоставить, насколько я знаю, документы, удостоверяющие, что у него есть разрешение на ношение оружия. Ну не я же у него буду спрашивать это разрешение. Страшно все-таки. Я бы тоже испугалась. Скажите, пожалуйста, это текущий заказ, то есть завершенный? Ну вот, который только что закончили. То есть человек, он вам не оплатил? Нет, он оплатил. Просто у него указаны наличные, а он хотел сделать перевод на карту, и, честно говоря, ну как-то стрёмно было ему объяснять, что ну как бы наличные это наличные. Вот, но он расплатился наличными, то есть все в порядке, поездка оплачена. Ну, как-то вот не хотелось бы больше встречаться с этим пассажиром, если честно. Я с вами полностью согласна. Сейчас я составлю отзыв об этом пассажире. Мне аж самой даже неловко стало. Сейчас я составлю отзыв. И спасибо за звонок. Аж даже дар речи потеряла. Спасибо за звонок, удачный. Я тоже не совсем как бы спокойно сейчас себя ощущаю. Да, я с вами согласна.